Дорогие друзья, несколько лет назад мы основали партию «Доверяй делам». Ее название полностью отразило принцип нашей работы в городе. Меньше слов, больше дела. И я очень рад, что сегодня у нас есть единомышленники по всей Украине. Это сильные и эффективные управленцы, которые заслужили доверие жителей своими делами, которые вывели города и регионы на новый этап развития. Сегодня мы объединяем свои усилия и вместе идем в парламент, чтобы нас с вами услышали на всю страну. 9 июня я приглашаю всех на Потемкинскую лестницу, на Большое Одесское Вече. Никакого популизма и пустых обещаний, только реальные дела и достижения. До встречи!